Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на канале про IKEA. Меня зовут Татьяна, с кем не знакома. Сегодня мы в очередной раз снимаем в магазине IKEA Нижний Новгород. И сегодня мы пойдем выискивать, в буквальном смысле этого слова, новинки, которые продаются в IKEA. Те новинки, которые появились недавно, о которых, возможно, вы даже еще не знаете, либо те новинки, которые вы планируете приобрести. Начнем с отдела диванов, пойдемте смотреть. Первая новинка, которую хотим сегодня показать, это долгожданный, можно сказать, чехол для дивана Бединги. Но, к сожалению, в этой бочке меда есть небольшая ложка дегтя. Теперь чехол продается в комплектации вместе с матрасом. То есть вы не можете, допустим, у вас кисонька задрала чехол, вы отдельно его не купите. Все вместе и по-другому никак. Значит, что у нас по ценам? Вот такие брошюрки появились. Значит, шифтебу бежевый и шифтебу темно-серый. По факту это тот же шифтебу, который используется в креслах Страдмон, в диванах Фрихитен и у Поингов. Ребят, 11 тысяч. То есть 11 плюс каркас 6 тысяч. Получается дешевле 17 тысяч, Бединги нет. То есть из бюджетного доступного дивана Бединги превращаются уже в более высокий ценник. Это, конечно, огорчает. Давай посмотрим ткань поближе, да? Что и как. Ну да, то есть это классический шифтебо, тот, который используется у тех моделей, которые я сказала. Он простегнут клеточками. Здесь, значит, у нас он так же, как... В общем, все то же самое, что и было у Бединги, только встроили. Давай покажем функционал, потому что мне само еще не до конца понятно. Что здесь и как? Так, значит, здесь липучка, это как у Левоса. Получается, вот в таком... Нам бы до пенополю... Мы сэкономили на ткани. Да? Да. То есть на чехол... Потому что у чехла тоже была... Да, собственный чехол и у этого собственного. И там еще был как типа на матрасник раздвигался. То есть из чехла можно было сделать на матрасник. А сейчас получается, то есть сэкономили, блин, ну, слушай, ну я считаю, что теперь дорого за Бединги стало. То есть как бы функционал стал хуже, а ценник стал выше. Понятно, нет, на самом деле диван Бединги классный. Просто вот, блин, ну дорого это, просто дорого. Несоизмеримо, причем матрас с чехлом на выбор. Сейчас давай разберем, какой здесь матрас. Пенополиуретановый матрас с чехлом, и все. То есть по ощущениям это обычный Левус. А, кстати, наверное, надо найти замок. Ребята, я понимаю, эфир, как бы, ну, обзор называется «Новинки», но давайте разберемся, да? Потому что это многим актуально. Это обычный пенополиуретан, это обычный Левос, то есть это один из бюджетных. Раньше он стоил, получается, 6 тысяч стоил матрас, 6 тысяч стоил каркас, 12, ну, 5, блин, ну, это дорого. За 5 такие обалденные чехлы были, коричневый, зеленый, такая вот рогожа плотная. И обрадовали, и огорчили. В общем, друзья мои, жду ваших комментариев по этому поводу. Что вы думаете? Ребята, мы нашли в одном интерьере Бединги с шифтебо бежевый. Дим, давай покажем ткань поближе. Ну, что-то я прям вот, я в печалях, в общем. Я даже теперь не знаю, как это рекомендовать клиентам, потому что люди спрашивают, у кого, например, уже износились чехлы, да? Это более тоненький он? Он более тоненький, да. То есть это шифтебо, вот когда он натянутый, на Поинге натянутый, на Фрихтене, он более плотно смотрится. А вот эта юбка, она очень удешевляет. То есть прям вот, хотя бы как-то, я не знаю. Да. Да, там был уплотнитель такой, и когда раскладываешь диван, просто у нас у самих диван Бединги есть, когда раскладываешь диван, перекидываешь, и там получается как бы типа, а, это у Карлаби был на матраснике, у Бединги не было на матраснике, а из Карлаби путаю. Мы сейчас, кстати, мы можем показать, что сзади, у того, иди сюда, обнять и плакать. Ребят, ну это не Икея, ну Икея так не делала никогда, это первый диван, у которого нет полноценной задней стенки, то есть мы не можем теперь этот диван использовать для разделения пространства, видите, какая порнография? Это все то же самое. Ну, неужели было нельзя? Ну, за 17 тысяч можно натянуть вот так ткань, тогда диван будет хотя бы полноценно смотреться. Потому что вот это обрубыш. В общем, смотрите сами. Думайте сами, решайте сами, да? Ну, как-то... Вроде бы и радостно, но печаль больше, чем... Пойдем дальше смотреть. Мы продолжаем гулять по отделу гостиной.
как бы разочарование есть, да, что, во-первых, мы не нашли те диваны, которые мы вам обещали показать. В Москве они стоят по там 17-18 тысяч угловые, чуть подешевле Фрихтена. В Нижнем у нас их нет, причем они есть на складе, они есть в наличии в магазине, но посмотреть, прежде чем их купить, почему-то нельзя. В чем причина, мы не знаем. Так, следующее, что мы нашли в отделе гостиной, это столы Хавста. Стол появился в черном цвете, он даже не черный, называется цвет серый, хотя по факту очень похож на черный. Есть большой стол, покажи, пожалуйста, за 8 тысяч. По факту это альтернатива Хемноса, 100 на 75. Массив сосны, белый и серый. Вот на картинке он такой на сайте, по факту он антрацит практически черный. То есть он как бы такой матовый черный, да, получается, ближе? Но никак не серый. Даже близко серого нет. И, ребят, смотрите, что мы нашли. Столы из массива сосны, да, понятно, что... Вот это, кстати, это склейка, то есть это не целиковый, да? Ну да. Да, это склейка. У Ивара целиковая полка, а здесь склейка. Вот эти сучки, это лицевая часть стола. Ну, слушайте, это не эстетично, да, элементарно. Когда это делается, нужно все-таки такие вещи закрывать. Если бы это все было гладенько, без вот этих вот дырок, стол выглядел бы приличнее. А так, на самом деле, эти столы мы уже привозили много раз, клиенты берут довольные. Как бы это и массив, натуральный материал, и выглядит вполне достойно. На сайте он есть, мы решили показать вам именно вот нюанс. Пойдемте дальше. Следующий стол, тоже Хавста, консольный стол. В IKEA их на самом деле не так много, а стол функциональный. То есть его можно использовать как тумбу под ТВ, можно использовать как журнальный стол. В общем, в принципе, как вам удобно. Вот здесь уже цвет серый, и он на самом деле такого классического светло-серого цвета. Причем все вот эти вот штучки на более светлом цвете не так заметны. То есть более адекватно смотрится. На темном, конечно, вот все нюансы на самом деле очень-очень видно. А знаешь, что нужно нам показать? Пойдем вернемся, столы лак покажем. Новые столы лак в новых размерах. Вот, кстати, один из них, линейку лак расширили. Ну, как бы это плюс, да? То есть кому всем нам нужны разные размеры. Это по факту два стола 90. Соединенных вместе, по деньгам более бюджетно получается. То есть все то же самое, что стол за 1300, только ровно в два раза больше. Цвет черно-коричневый, цвет под беленый дуб и белый. Точно такой же, ребят, привычный нам столик лак, только большего размера. Еще один стол из новинок. Лунар. Кстати, вот этот стол мне нравится гораздо больше. Но он из ДСП, поэтому он такой вот... Не знаю, что вот это в процессе сборки, либо так вот небрежно кто-то что-то уронил. Ну вот смотрите, что может быть, какие котки могут возникнуть. С учетом того, что это новинка, уже подранная. Это ДСП-шный стол, выглядит в принципе неплохо. Кстати, вот он ближе к Хемносу, да, визуально смотрится по модельке. Ну, интересный столик, как бы адекватно. Он такой косящий под массив. Причем у него вот такой вот скос ног. То есть он не прямоугольником стоит. Я думаю, для гостиной интересный столик. Вот все, что там внутри прячется. Пойдем дальше охотиться на новинки. Следующая новинка – вот такое интересное кресло. Кресло называется Busk Boom, стоит 6 тысяч. Ротанг, натуральный ротанг. Сейчас покажем, что здесь. А потом я присяду, покажу вам, насколько удобно и неудобно. Ребятушки, это настоящий ротанг, поэтому вот эти трещины, это нормально. Ну, конечно, единственное, что когда покупаете сами, либо посредники, смотрите, чтобы уж до такой степени развалившийся не был. Подушечка к нему стоит 1500, я думаю, без подушечки функционала не будет у него, да, то есть неудобно. Ну, я, конечно, с рюкзаком. Отдохнуть в беседке можно. Кстати, друзья мои, такой лайфхак от наших покупателей в Саранском. На прошлой неделе мы привозили, вот покажи, пожалуйста, вот такое черное большое кресло. Девушке нужно было это кресло, но цвет категорически не подходил. Что сделали? Берется резинка такая вот, как эластичная, что ли. Я саму резинку еще не видела, только в теории. Она просто обмотала. Получилось офигенное белое кресло. Поэтому кому нужен этот лайфхак, мы фоточку приложим, либо в комментариях напишите, мы добавим вам фотографию, и можно будет с девушкой состыковаться, она есть ВКонтакте. Ребята, вы давно спросили снять обзор по серии Экит, она будет, но сейчас, чтобы вы могли быстрее определиться с покупкой и вам было проще, мы вам покажем
ну, такой вот общий план, да, что есть по Экиту, и вы просили показать новые цвета. Это желтый, ну, как бы золотисто-коричневый, кстати, чехол Гурли золотисто-коричневый один в один цвет передает, да? Ячеечка 1400, то есть все то же самое. На самом деле функционал не изменился, изменились только цвета у Экита. И добавился вот такой шкаф с ящиками. Стоит он 7000 плюс накладная шина за 400 рублей. Здесь хорошего качества доводчики, то есть хороший плавный ход уже встроен. Вытащить не смогу, потому что здесь внутренние крепежи, то есть это при сборке сразу. Нужно расцеплять замк. А, нет, кстати, вот. Покажи, пожалуйста, механизм, я смогла добраться. Вот какой механизм внутри у Экита. Вот за что нужно платить деньги. То есть здесь не просто так они взяты. Не за набор ДСПшек. То есть два вот таких ящика, а вот сами ящики. Ящики по принципу комодных. Сильно не нагрузить. Обтянутые. Ну, замки качественные, да? То есть ничего никогда не сломается. Сейчас... Очень, да. Кстати, я даже сначала не поняла, как его открывать. А вот как теперь его назад поставить? Ага. Так, обратно, получается, эти же хвосты я приподнимаю. Давай сейчас покажем, как я... Да, плавного хода, вот смотри. Оп. Вообще практически бесшумный. Ну вот за это я согласна. То есть закрывать, да, надо с нажимом. Потом, смотрите, Экит серый появился. Вот такой. Здесь просто нажимной механизм, примерно как у Беста. И по факту две полки, а так получается три, если низ учитывать. Можно поставить на ножки, можно подвесить. А вообще, вот смотрите, какие сейчас цвета есть у Экита. Это получается белый, серый, два оттенка синих, оранжевый, серый. Такой крем. Ну еще, нет, это линкоты другие уже. Да, серый уже есть. Красный, нет, это другая серия. Линзгуд. Смотрите, какой появился такой, ну он даже не красный, он багровый какой-то, да? Тоже интересный цвет. То есть получается, каждая ячейка, она есть в разных цветах. Плюс у Экита появился подбеленный дуб, то есть линейка расширяется, и цветов на самом деле становится много. Поэтому, если вы хотите составить такую интересную комбинацию, Калакс вас, например, не устраивает, вам нужна задняя стеночка изначально, рассматривайте тогда вот такую линейку. Новый Калакс, он уже на сайте где-то около месяца. И у столиков лак вот такая поверхность появилась, и у Калаксов изнутри. Но разница в цене 700 рублей. То есть если чисто белый стоит 4300, если вы хотите хильдепёрстный, как раньше говорили, то вот такая вот поверхность. Он со все четыре стороны такие, вставка чисто белая. Так, ну, пойдем еще покажем одну штучку, очень мне нравится. У вас есть кисоньки, но у кисоньки нет домика. Вставка Калакс для кошки, кошкин домик. То есть полноценная получается вставочка Калакс с кошачьим выходом. 2500. Кто? Если киса согласится там жить, да? Так, это не меловая, нет. И вот давай еще покажем зеркальный. Про них девчонки спрашивали, в личку ВКонтакте писали. А Калаксы появились зеркальные. То есть просто стеклянная полочка. Ну, это, кстати, когда вы гостиную делаете, да, из Калакса, это интересно. И вот такая вот с зеркальцем. С зеркальцем по сравнению, допустим, смотрите, белая обычная стоит 800, такая стоит 2. Ребят, но если хотите собрать приличную стенку, наверное, оно того стоит. Вот еще вставка в полку Калакс, тоже, кстати, интересная. Если, например, разделять пространство, да, и стеклянные полки, комплект из двух штук. Покажи, пожалуйста. Калакс, на самом деле, много интересных штучек появилось, функциональных. То есть две стеклянных полочки, которые можно тоже использовать в Калакс. Следующая такая псевдоновинка – Хавста, стеллаж. Видно этикетку? Стеллаж, отдельно цоколь. Ну, на самом деле, на сайте они уже давно, массив. Ну, не знаю, завышенный ценник. Вот я считаю, что не за что здесь платить. Тех заявленных 10000. Единственное, что, конечно, интересно, это цоколь, да, который закрывает, который отдельно съемный. А так массив, в принципе, неплохо сделан. По качеству очень похож на Ивар. То есть никаких особо нет склеек, особых сучков нет. По качеству, в принципе, ну да, это уровень Ивара получается по самому материалу. Друзья мои, вы просили, мы показали.
знаменитый, вернувшийся в ассортимент желтый Билли. Билли Икея производит бешеное количество лет, 40 лет этому стеллажу исполнилось. Когда его создавали, никто не думал, что он будет так востребован. В общем, вот такой красавец желтый сейчас есть в ассортименте. Стоит он 5000. Кто хочет обзавестись желтым Билли, не тяните время. То есть я не думаю, что он очень долго будет в линейке. Пойдем покажем поближе. По факту, друзья мои, это классический Билли, кстати, неплохо сделан. Единственное, что полок отдельно к нему не купить, потому что порой бывает, что необходимость есть. И вот какие дополнительные штучки есть к Билли в других цветах. Значит, вот такая вот полка Бонта красная, ярко-красная, стоит 1000. То есть, когда наклонную витрину, когда хотите какую-то вот сделать, да, для чего-то мелкого. А потом из Бонты ограничитель. Кстати, они в этот раз у нас уже в заказе есть. Мы их привезем, девчонки в Саранске уже поставят. Комплект из двух штучек, красные. Есть зеленые, ярко-зеленые, здесь они не представлены, мы до них дойдем. Есть красненькие, то есть это ограничитель для книг, чтобы ничего никуда не падало. Так, ну что, желтого Билли мы вам показали. Размер у него, кстати, один, другого размера нет. Пойдем дальше в другой отдел. Еще одна новиночка, комплект столов хавства из двух штук. Давайте посмотрим, то есть качество мы с вами смотрели, черного, это беленький. Ну что-то как-то я не знаю, 6000-то получается. По 3000 за маленький столик. Это комплект из двух штук, да. Спорная новинка для меня. Исполнение неплохое, но вот лучше бы они продавались по отдельности, да, в зависимости от того, кому какой нужен. Потому что, представляю, вот зачем мне, допустим, два стола? Так-то удобно, когда нужно состыковать, убрать. В общем, вот такая вот чуть спорная новинка. Пойдем дальше. Наткнулись на очередную новинку. Это серия Фьельба. Радует, кстати, что ее расширяют. На самом деле серия достойная. Хороший металлический крепеж, приличного качества дерева. Но вот обращайте внимание, да, что такие вот склейки есть. Вообще линейку берут для всего. Это и лофт, это и гостиная. Такая вот тумба под ТВ есть из этой же серии. Покажи, пожалуйста. Вот такая тумба 10000. Здесь такой хороший металл, добротная. До сих пор помню, к нам приходил владелец одного нашего местного крупного магазина, заказал такую линейку и сталкивается на выходе со своим клиентом. Клиент говорит: а ты что сюда-то пришел? У тебя же свое есть. Ага, мое пока дождешься и не такое красивое. Так что кому что нравится. Вот такой стеллаж за 8000. Кстати, может выполнять функцию тумбы под ТВ, если телевизор высоко. И вот из этой же серии есть стеллажик, стоит 5. Стеллаж мне, кстати, больше всего нравится. Такое железо интересно сделанное, все такое матовое, но при этом не грубое. Обычно железная мебель, она все-таки такая вот, ну, грубоватая, что ли, да? Вот такой вариант. Друзья мои, мы вам нашли шкаф медицинский, очень похожий на шкафы, которые стоят в процедурных кабинетах, там лекарства, противошоковая терапия, 16000. Цвет еще есть антрацит. Шкаф-витрина позволяет продемонстрировать ваши бокалы, любимые безделушки, защищая их от пыли. Закаленное стекло прочное, долговечное, выдерживает удар тупым предметом до 45 килограмм. Так что, если вы вдруг решите... А, он на ключ закрыт, мы его открыть не сможем внутри показать, печалька. Ну, вот такой вот шкафчик. И еще один, Идосен, стеклянные дверцы, сам железный, 30000. Что-то как-то ценник все выше и выше, да? Вот его мы можем показать изнутри. Слушайте, ну я не знаю. Ну, для меня спорно. Железный стеллаж, да, он аккуратно сделан. Ну, 30 тысяч. Друзья мои, у кого есть такая уже красота, поделитесь. Три полки, по факту 4. Кстати, неплохо ходят дверцы, плавный ход. Ну, это чисто декоративный шкафчик, вместо серванта. Показать дверцу, когда ходит? Вот ход, кстати, хороший. Ну, я ж тебя похвалила. Дошел. Изменили выставку с классическими стеллажами Билли. Мы здесь снимали, кто помнит наш обзор по стеллажам Билли. Теперь вместо Валентуны здесь такие вот апофеозные новинки. Лидгульд стоит 75 тысяч.
Секция козетки стоит 10. Здесь две штуки использованы. Это получается раз. А где козетка-то вторая? Что-то как-то непонятно. А, нет, козетка. Вот эта часть 55 и подлокотники отдельно 10. Так. Ничего не написано. Обивка, бумстат. Ну, судя по тому, что... Нет, это кожа. Это кожа крупнорогатого скота. Обалденно. Покажи, пожалуйста, что внизу. Ну, конечно, это... Цвет спорный, а так дорого-богатый. Сделано хорошо. Вот такой большой ящик для хранения. Сможешь пониже? Здесь вентиляция есть. Видно вентиляцию? Вентиляционная решетка. А, кстати, мы можем даже посмотреть. Смотрите, все съемное. Не все, наверное, но частично. Что-то непонятно. Как будто бы и не кожа, но... Да, походу, и не кожа. Сейчас посмотрим второй, может быть, там где-то есть в описании. Потому что здесь вот, здесь утеплитель, синтетический материал. Видно? Я не привыкла на одну камеру, мне все кажется, что чуть не видно. Вот он. То есть то ли это на кожу наклеен еще один слой, хотя нет, вот смотри, вот она. Не кожа. С одной стороны, конечно, и не надо столько скотины на такое тратить. Ну, давайте уж покажу вам варварское великолепие. Мягенько. Но это вот на что рассчитано, Дим? С книжкой уснуть в кресле? Я хочу такой кабинет. Хочу в таком кабинете принимать заказы на доставку. Удобно. Да, кстати, вот именно для... Наверное, такой вот кабинетный отдых, да, что ты можешь вот привалиться. Друзья мои, комфорт стоит денег. 75 тысяч. Ну, мягенько, приятненько. Сейчас посмотрим параллельного товарища за 70 тысяч. Пружины карманного типа обеспечивают отличную опору. Двухместная секция стоит 50, подлокотник комплект из двух штук по 10. То есть по факту это стоит 70. Нет, то есть это просто диван посидеть. Ну да, что говорить, удобно. Мягенько. 70 тысяч. Такой апофеоз. Посмотрели, облизнулись, идемте. Так, мы двигаемся и дошли мы до отдела кухни. Иншон, желтая медь, кран стоит 6 тысяч. Покажи, пожалуйста, это красавца. Но здесь, наверное, определенная стилистика кухни должна быть, да? Здесь сеточка. Поворотный. Есть точно такой же из этой линейки. Ну, вообще, как бы в Икее не один золотистый кран. Да, то есть это такой глянец, и это матовый. Вот такие вот краны часто привозим, нравится людям, что есть вот этот шланг. Что-то он убегает, как его фиксировать? То есть смотри, вот мне привезли киевскую кухню, да? Мне поставили ее, собрали, и оставили меня один на один. То есть получается, вот я просто беру, да? Поливаю, и обратно он возвращается. Тоже заявлен как новинка Иншон, только в серебре, стоит 7 тысяч. Кстати, его тоже уже клиентки привозили именно вот с этим, с гибкой частью. Вот еще. Ой, смотри, какие интересные краники. Гамлешин. Да, кстати, это прям вот такой, нельзя, наверное, так все-таки говорить, классический лов. Или индустриал даже, потому что завод, да, это вот именно вентиля такие вот, как красненькая, синенькая, ничего больше нет, крутится, вертится. Полуоборотники. Да, полуоборотные. А как регулировать поток? То есть вот тын-тын-тын-тын. Да, хоба, и все, да? Вот такие вот черные красивые краники.
Ребят, приятный шок. Полочка Сунерста на самом деле не новинка, давно продаю. Но ценник стал 69 рублей. Я не знаю, в связи с чем так снизили, они были по 300 рублей. Поэтому, кто давно хотел железные полки Сунерста, не упустите возможность. Ценник на самом деле копеечный. Контейнеры стали стоить тоже 69 рублей вместо 79. Рейлинг подешевел и крючки. В общем, вся линейка Сунерста стала стоить дешевле, по крайней мере, в нижнем. Если вы в других магазинах IKEA закупаетесь, расскажите, какие цены у вас. Мы в отделе столов и стульев. Стол бар на Экидолен 120 на 80. Есть черно-коричневый, есть белый. Информация. 14 тысяч он стоит. Столешница ДСП, ясеневый шпон, акриловая краска, массив ясеня. Под стол и подножка массив сосны, то есть верх ясень, низ сосна. Ребят, хорошо сделан. Здесь получается специальная железная накладка, да, потому что есть понимание, что ногами все это будет ширкаться. Покажи, пожалуйста, обвязку изнутри у стола. Такой вот неплохой столик. Ножки интересной формы, скошенные. Ну, нареканий, кстати, нет. Добротно все сделано. Сейчас давайте присяду, покажу, как это будет выглядеть. Здесь у нас барнички стоят Хенриксдаль по 11 тысяч. Можно использовать любые другие. Высота получается у стульчиков 74 сантиметра. То есть это под барную стойку 1,10 м. Вот если барную стойку не хотите, а барный стол хочется, можно такой вариант рассмотреть. И цвет еще черно-коричневый. Еще один барный стол стоит 8 тысяч, столешница 2500 и ножка крестообразная на опоре 5499. Стенселы. Сейчас мы его покажем поближе. Железная опора, да, крючок. Кстати, кафе-рестораны вполне такой, да, то есть тут само основание. Бистро, кстати, да, то есть такие вот варианты. Основание хорошее, железное, цельное. Покажи, пожалуйста, здесь даже мест сварки нет. То есть ножки целиковые, служить будет долго, но 5500 это под столик все-таки стоит, да? Столешницу можно и как бы из чего-то другого сделать, а изнутри показал, да? Вот такой стол, ребят. То есть так же удобно. А, вот такие, да, нет, подожди, и струны, а, струны с барной уже был. С этим все в порядке. Ну, это не все в порядке, а имею в виду, что это уже не новинка. Пойдем выискивать. Еще один столик из этой же линейки. Стенслы. Стоит 7000. Под столик теперь уже стоит 4500. Столешница стоит также 2500. То есть можно скомбинировать целиком черный стол сделать, можно целиком серый сделать. На складе пока нет. Просто собрали, поставили новиночку. Светло-серый под столик. И помним, да, что есть такая же светло-серая столешница. Ну, домой, наверное, спорный вариант. Поэтому вот. Кстати, давай покажем один стол, очень просила клиентка, заодно, чтобы человек мог посмотреть. Ой, а вот еще новиночка. Бамбуковый шпон. Вот такой вот табуретик, очень легкий, стоит 1800. Просто хороший бамбуковый табурет за 1800. Если бы были вот боковые стеночки, можно было бы в нем что-то еще и хранить. Переворачивать его, использовать его как для хранения. Да, не сможет стабилировать. А здесь уже для стабилирования. Покажи, пожалуйста, вот этот стол. Ирина просила показать. Серое основание. Гемлеби. Светлая морилка, атик, массив сосны. Ну, хорошо, кстати, сделан. То есть даже вот эти вот все нюансы, они так лаконично смотрятся, гладкие, хорошая обработка. Вот здесь одно согнутое крыло. Внутри получается полноценная нога. Если нужно убрать, то приподнимаем. Ой-ой-ой, не откидываем ничего, здесь добро стоит. Вот. Единственное, что вот эта частичка болтается. А, ну здесь, наверное, здесь паласик мешает, чтобы она поплотнее стала. Вот такой стол. То есть в собранном виде очень маленький, компактный. В разобранном виде можно гостей принимать. Ящичек.
16 тысяч такой столик стоит. Ребят, это не новинка, попросили показать его, чтобы, ну, какой-то из ближайших обзоров попал. Ящик не хочет закрываться. Так, наверное, что еще в этом отделе новенького есть, что мы не видели? Так, вот новое. Odd Björk. 35 сантиметров. Шерсть. Где шерсть? Полиэстер и шерсть. 35 сантиметров диаметр. Подушка на стол. Здесь вот такая вот серединка. Не знаю, какое, для чего. Или целится. Противоскользящий. Ну, что-то как-то... 600. Ну, ткань хорошая, но 600 рублей как-то спорно для меня. Думаю, что ж такое, что ж за чехольчики такие? А это из ткани икеевской, просто сшили и одели на табуретке. Так, ну это не новинки. Гуляя, наткнулись на очередную новинку. Кровать Select 90 на 2. Каркас, ребят, с ящиками. То есть прям вот целиком вот этот каркас вместе с ящиками продается. 20 тысяч. Слушайте, функционал интересный и кроватка высокая. Ну... Конечно, здесь, исходя из того, как у матрас постелите. И места для хранения много. То есть вот таких 4 полноценных ящика очень много можно вещей сложить. Интересный вариант кровати. Select это все-таки детская линейка, поэтому видно? Все углы скошенные. Детеныш никогда не ударится ни обо что. Здесь ящиков нет, здесь две хороших полки. То есть книжки, игрушки какие-то можно сложить. Помимо этого, мы уже снимали обзор, есть каркас кровати Select, просто обычный. Он стоит 6 тысяч, и к нему дополнительная кровать и дополнительная секция. То есть, когда нужно двух детей разместить, можно вот из такой. Но вот это мне очень нравится. Для одного ребенка, мне кажется, даже для взрослого такая кровать подойдет. Пойдем покажем, наконец-то, эту страдалицу. Эту кровать мы пытались давно для вас снять, еще в обзорах, когда снимали двухэтажные кровати, двухъярусные, но, к сожалению, ее не было. А кровать Stuwa, на самом деле, не сказать, что она пользуется популярностью, за все время, может быть, ну, в год 2-3 кровати, да, не чаще заказывают. Лесенка, ну, лесенка добротная, округлые ступеньки, здесь есть поручень. Что у нас дальше? Ценник складывается от того, какие вы фасады поставите. Здесь получается имитация стеллажа. Вот тут такой небольшой шкафчик. К сожалению, до конца открыть не смогу. Здесь прикреплены раскладушки. Штанга. Здесь модуль подвешен. Кстати, тоже новинка, модуль Rasla. Именно для детских гардеробных. И выдвижная корзинка. Дальше. Сама кровать, стандартное спальное место. Вот такая вот комбинация, которую мы смотрим, стоит 34 398. Сам каркас стоит там без нескольких рублей 20 тысяч, и дальше пошли уже все дополнительные части. Смотрите, стол, сейчас мы вам его покажем. То есть вот такой стол с тумбочкой. Ну, на самом деле это комод из серии Stuwa. Интересно, кстати, скомбинированным. И ощущение, как будто он пластмассовый. А по факту нет. Покажи, пожалуйста. То есть, вот смотрите, можно сделать вот так, как здесь стоит, можно загнать вовнутрь, то есть здесь, вот, например, можно еще что-то разместить, а можно вообще вытащить его и поставить его на ножки Альдис, у вас получится отдельно стоящее место. Вот такая вот кровать, не могу сказать, насколько она как бы, ну, удобна, потому что все-таки она не маленькая, я 1,70 м, она еще высокая кроватка, сейчас мы попробуем найти размеры по высоте. 1,82 м. То есть, если потолок 2,40 м, не так много места над ребенком остается. Поэтому учитывайте эти моменты. Так, двухэтажки мы все показывали. Вот эту кровать мы... Давай уже заодно, наверное, да? Чтобы... Кстати, вот самая удобная кровать, двухъярусная, икеевская. Она низкая. Вот, смотрите, то есть спокойно можно застелить постель, спокойно можно пожелать ребенку спокойной ночи. Все видно. Единственное, что нижний ярус... Ой, господи, вообще низко, то есть вот посидеть внизу с детем не получится. Плюс, если эту кровать рассматривать для взрослого, я провалилась, то есть сетка подо мной прям вот, как на полу можно сказать, вот эта сетка,
Так что все-таки это детский вариант, ну никак не взрослый. Если хотите бюджетные для взрослых, тогда проще медал взять. О, медал подорожал. 9 он теперь стоит. Все растет и множится. Мы в детском отделе, его сейчас переделывают, но уже можно что-то интересное вам показать. Появился вот такой новый коврик. Покажи, пожалуйста. Нет, вот этот коврик, это старый коврик. Вот коврик, то есть детский именно мягкий коврик со всевозможными штучками. Но мне не, будто бы мне вот кажется, что мы в каком-то обзоре его уже или в эфире его показывали, да, Клапа. Потом дальше вот такая вот линейка пошла, бело-голубая, то есть есть такие же шторы, вот такой вот коврик. Вот так, наверное, будет лучше, да, 133 на 160. Кстати, интересно смотрится. Главное, чтобы не был как с пуговицами, да, по качеству, что на нем весь мусор. А, и смотрите, у него еще, помимо этого, вот такой вот с уголка вот таких две синеньких вишенки. В этой же линейке есть занавесочки хлопковые. В обзоре по шторам мы их не показывали. И у них тоже на самом верху, мы не сможем, наверное, добраться с камерой, да? Вот. Тоже такие вот ягодки. Новый коврик Сангрелка. Нет, Сонг. Да, Сангрелка. Раньше был подобный, но без вот этих вот бабочек. Сейчас добавили бабочек. Он стал еще более живым, объемным. 2800. Кстати, хорошо, эта линейка себя показала в эксплуатации. Много лет мы их возили. Клиенты довольны. Пойдемте покажу красоту, красоту. Кроватка Минан в желтом цвете. На сайте ее еще нет. Кто хочет, ребят, не упустите. Она очень классно смотрится. Она необычная, в отличие от черной и белой. И такое хорошее матовое покрытие. Вообще, я Минан люблю. То есть кроватка функциональная и не очень дорогая. Вам ее хватит, пока ребенок живет с вами. Очень много детского текстиля. Наверное, будем отдельный обзор даже снимать, да? Давай как-то не сильно долго покажем. Так, это уже подростковые все комплекты. То есть, если вы взрослый человек, и вам это нравится, вы можете тоже использовать такой комплект. Там непонятно просто. Наволочка с кружавчиком. Вот кружавчик по краю. То есть пододеяльник, с одной стороны цветы, с другой, вот они, вот такие вот цветы, с одной стороны на ленточках все, а с другой стороны вот такие крупные цветы. Что у нас в составе? Здесь 100% хлопок. И вот, кстати, брыжик. Больше подушку никак показать не получится, она пристегнута. Для раздвижных кроватей появились новые простынки лен. Темно-синий, такой более светлый, синий, розовый, ну, белые они уже были. Так, следующий новый комплектик. Вот такой полосатый, Сангрелка тоже. Кстати, мы уже привозили. Ну, здесь просто хлопок, синий в полоску. Вот он. Вставлена уже одеялка. Так, следующий тоже Сангрелка за 1300. Вот такие вот активные синие цветы, синяя наволочка. С одной стороны синий пододельник, с другой белый. Наволочка. А, наволочка, кстати, тоже двухсторонняя. То есть можно миксовать, да, то одной стороной, то другой. Я люблю икеевские постельки. Качество хорошее, ценник адекватный, особенно если это распродажа. Так, из Милигхед новый комплект. Такая вот абстракция. Получается подушка. Показываем отсюда, потому что там вообще ничего не увидите. И вот такие вот пятна. Вот он сам. Пододеяльник на замке. Смотрите, какой красивый оранжевый замок. Так, у меня такое ощущение, что здесь лиоцел в составе. Да, хлопок и лиоцел. 50 на 50. Но на самом деле достойный ценник за этот комплект. Качество, девчонки, обалденное. С одной стороны, значит, он получается вот такая клетка. Точно такая же наволочка. Видно, не закрываю? Вот. А с другой стороны, вот такие вот яркие активности. Так, татлик. Это уже все было. О, смотри, какой джинсовый классный. Тоже Сангрелка. Стоит 2300.
Ну, это подростку, да, то есть угодить такому капризному, вредному подростку, я думаю, можно будет таким комплектом. Вот он в упаковке, да его и взрослый человек себе постелит. Лен хлопок. Ну да, отсюда и ценник. Ну, прям имитация такой тонкой джинсы. Желтенькая строчка. Возвращаем на место. Так. Мелик Хед есть в другом цвете. Стоит 1500. А почему разница? Сейчас сравним. А потому что здесь просто хлопок. Вот этот комплект, ну, по ощущениям, прям вот как будто с лиоцеллом. То есть такая плотность хлопка приличная. Белый в клетку. Внутренность такая же, то есть это грубо девочковая уже. И вот что у нас снаружи. Зеленое, розовое, желтое. Так, ну, по новым комплектикам все. Продолжаем дальше исследовать детский отдел. Ребят, появились еще белые кровати. А, кстати, пойдем, что я вижу. Это Гулливер, она уже была. Знакомая кровать? Угадай, сколько стоит, ценник не покажу. Мы покупали за 2000 5 лет назад. Ну, сколько стоит? Ну, 4 будет. 4, окей. Открываем карты, 5. Снеглар... Нет, ну, кстати, это... Или такая же гладкая она? Все то же самое. Ну, почему не стоит? Детская кровать. Все равно не спят, да? Только деньги выкинутые. Почему мы такой кроватью пользовались, младшие? Ну, кровать, она и в Африке кровать. Ну и просто очень давно ждали, все знают, все помнили, что есть бюджетная киевская кроватка. Вот такие вот новые комплекты постельного белья. Детские, белые, синие. Гулспарф. Брусника. Это классическая яселька, то есть маленький пододеяльник и маленькая наволочка. Так, я что-то из нового на прошлой неделе здесь еще заметила. Это полок. А, вот. Для грудничковой кроватки появился водоотталкивающий на матрасник. Получается, это внутренность, это внешняя. Как? Где, чем водоотталкивать? Получается, впитывать, наверное, в себя, что ли? Это для грудничковой кроватки. Стоит он 700 рублей. 60 на 120 белый. Так, это уже у нас все было. Это тоже. А, вот смотрите, из этой же линейки есть вот такой комплект с вышивкой. Понятно, он стоит дороже. Наволочка вот с таким кружевом. Наволочка и пододеяльник. Сейчас поближе покажу. Вот кружево у наволочки и само одеялко. С другой стороны белое полностью. Здесь такая вот красная немножко смазанная полоска. Есть точно такой же, как бы, ну, мальчиковый, да, можно сказать, синий. Причем ткань совершенно другая. Очень похожа на сжатый какой-то лен. Но на самом деле, я думаю, нет. Просто, может быть, не разгладили до конца. И точно такая же брусничка синяя. То есть есть синий орнамент, есть красный. Ну, градация, да, мальчик и девочка. Не могу не отметить вот такой плед. Очень мне понравился. Гулспарф, 800 рублей. Очень нежный, ты, девчонки, ну не согласишься вязать. Плед прям вот замечательный для малыша, там на выписку. Не дергаю. На выписку, в коляску, в кроватку. Компактная белая одеялка. Сейчас скажу, из чего сделано. Хлопок. Кто боится синтетики, вот вам вариант 100% хлопка. Не выключай, пойдем еще в детской есть новиночки. Так, это все мы уже снимали. Вот, кстати, как смотрится кроватка. Вот пледик. Здесь у нас комплект за 1000 рублей. Это подзор. А на матрасника, кстати, нет. Еще одна новинка. Новые корзинки. Noisem. Приятного цвета, да, в отличие от других, которые цвета были перед этим ядерные. 700 рублей корзиночка стоит. Но вот для оформления именно детской, а причем, смотрите, не только корзиночка есть. Есть еще отдельно вот такие мешочки, но на них почему-то
Ничего нет. И где нам такую красотульну найти? Потому что тут очень сочетается замечательно с этой линейкой. Красиво смотрится в детской. Нет, друзья мои, спрятали. Ребят, многие позиции мы уже показывали в прямом эфире, но прямой эфир все-таки другое качество картинки, поэтому я считаю, лучше переснять. Набор кастрюль, три предмета, квель, сварт. 1800. В набор входит ковш с крышкой и кастрюля с крышкой. То есть по факту это вот такая вот кастрюля. Вот такой вот ковш. Кастрюлю, кстати, я считаю, можно вместо сотейника использовать, да? Да, и вот такой маленький ковшик. По логике, потребность семьи данный набор вполне может закрыть. То есть что-то большое, что-то среднее и там условно каша какая-то. То есть здесь литр достаточно. По качеству исполнения. Антипригарное покрытие. Можно использовать на газовой варочной панели, на стеклокерамической варочной панели, на электрической панели. Мыть только вручную. Не запихивайте, пожалуйста, эти вещи в посудомойку. Они деформируются, с них стирается покрытие. Они не рассчитаны на это. Крышка классическая, стеклянная, добротная. Ручки. Здесь клепка. Клепкой в обратную сторону. Честно, как покажет себя в эксплуатации, сказать не могу. В заказах уже было, привозили, но пока не прошло то время, по которому можно судить. Заметили, да, когда перебираешься из выставки в посуду, шума больше. Шум, жужжание, то есть такой вот звук посторонний уже идет. Икея расширяет линейку хозяйственно-бытовых средств. Появились вот такие вот щетки по 59 рублей на липучке. Удобная круглая часть. То есть вот по мне они более удобные, чем старые щетки. Сейчас я найду. Старые щетки на липучке нету. Но у старых щеток примерно вот такая форма. Вот появились вот такие щетки и цвета более пастельные. Их как бы, ну, не стыдно поставить, да? К ним же есть в цвет дозаторы. И что мне понравилось, мы уже привозили клиентам. Клиенты оценили, вещь стоящая. Ребят, вот такие тряпочки. Набор из двух штук стоит 199 рублей. Это не микрофибра. Микрофибра цепляет пальчики. Очень неприятно. Это синтетическое волокно, полиэстер. Где в Беларуси произведено. Я сама уже использовала. Вот такие вот тряпочки. Замечательно протирают стекло, зеркало. Не царапают, не цепляются к рукам, хорошо из них грязь выжимается. Вот кто девчонки брали, все довольны, и мы на этой неделе привезем их еще. Поэтому вот такие вот тряпочки очень рекомендую. Это на самом деле стоящая вещь. Причем девчонки из Саранска, мы продаем эти тряпочки поштучно, потому что не всегда нужно их две, поэтому кому нужно, приходите в офис, они у нас всегда есть по одной. Ну как есть? Они есть, быстро заканчиваются. Вот такие вот тряпочки. В этом же цвете дозаторы по 179 рублей. То есть спокойно можно поставить щеточку, поставить дозатор, еще и тряпочку в цвет. Ну вот это рай перфекциониста, да, когда все в одном цвете. Вот эта линейка мне очень понравилась. Серия IKEA 365 расширили количество контейнеров. То есть появились контейнеры большего размера, различной ширины, глубины и высоты. Очень удобно для хранения чего-то очень объемного. Крышка 250 рублей. Я на самом деле подумываю, наверное, взять такое под муку, потому что моя мука надоела уже всем. И есть вот такие вот высокие. То есть линейка вот из трех штук. Получается, этот стоит 400 рублей. Средний стоит 200 рублей, а вот этот стоит 109. Крышки отдельно. Крышка 250, 250, и здесь крышка 110. Причем крышку не обязательно такую, можно и силиконовую. То есть силиконовыми крышками можно запекать в духовке. Если форма подходящая по размеру есть, можете пользоваться. Есть бамбуковые крышки, которые можно использовать в качестве подносика, да, для сервировки. То есть снимаете вот эту резиновую часть. Вытаскиваете, потом она обратно легко вставляется. И как поднос для сервировки, для подачи тоже можно использовать. Хотя по факту это крышка. Друзья мои, это не новинка, но это очень на самом деле удобная вещь. Стоит 400 рублей, но не пожалеете. Смотрите, в собранном виде это вот так. То есть специальные резинки,
в любую сумку, в любой рюкзак умещается, места не занимает. Где угодно, лето начинается, ездим, да, то есть вот такая вот сеточка, видно сеточку? То есть будет как бы и фильтрация идти, вот сама бутылка, куда можно налить воду, любую жидкость. То есть истратили, бутылочку в рулетик крутанули, крышку шпок, все, 400 рублей, цена 400 рублей. Дима сразу попечалился, рассчитывал, наверное, рублей на 100, да? На Алиэкспресс дешевле. Ну, кстати, можно сравнить с Алиэкспресс. Серия Медлем есть такие же кружки, такие вот мисочки. Цена у миски 249 рублей, 19 сантиметров диаметр. Обратите внимание, пятнышки и здесь, и здесь. Вот такие вот цветочки. Такая тарелочка 199 рублей. Сейчас дойдем, покажем крышечку. Ой, крышечку, кружечку. Расширилась линейка Уфтаст. Появились вот такие большие миски. 23 сантиметра, 99 рублей. Закаленное стекло. Сейчас посмотрим, кстати, где Уфтаст теперь делается. Не получится посмотреть. А, нет, в России делается. Ну, линейка хорошая, добротная. Показал себя хорошо. Прилично выдерживает микроволновку. Достойная замена люминарку за меньшие деньги. Я вот эту линейку люблю, дома мы ее пользуемся. Линейка Медлем дополнена подносом, можно красивую сервировку сделать. Миски, чашка и поднос в одном стиле. 299 рублей стоит такой поднос, 33×33. На сайте, по-моему, он уже появился. Вот, кстати, кружечка из этой же линейки, какие чашечки мы вам показывали, миски, да? Стоит она 199 рублей, объем 500 мл, 490 сл. 49 сл, 490 мл. То есть вот в эту чашку пол-литра можно уместить. Поэтому смотрите, чашки у Икеи обманчивые, выглядят маленькими, а по факту гораздо больше, чем есть. Салфетки бумажные расширили по цветам, все-таки лето наступает, сервировка более активная, красивая. Фантастик серия 40×40, цвета сирень, малина, светлая бирюза, темно-зеленый и классическая бирюза. Все по 149 рублей, по 50 штук. Салфетки плотные, хорошие. Их у нас очень часто заказывают на свадьбы, оформители, когда нужно вот такой красивый декор сделать. Не выключай, пойдем здесь еще с этой стороны, есть новые салфеточки. Помимо больших, очень много новых малышей. Вот такие. Только с ценами как-то туговато. Так, получается 99 рублей она стоит. Они есть и в точечку. Точечка это старая, ну как такой уже давнишний ассортимент. Вот это вот новая салфеточка. Возвращаем ее. А, вот еще. Почему-то не вижу пачкой. А, нет, есть. Есть и полотенца такие же. Овсид лик. 33×33, черно-белый лист. Тоже салфеточка плотная. Вообще у Икеи мне нравятся сами себе салфетки, даже самые бюджетные. Ими можно спокойно, то есть там со стола что-то вытереть, намочить ее, и она не развалится в руках, вот не разъедется. Вот. Что нравится, так это салфетки. Так, фантастик. А, вот у фантастика, смотрите, еще какие цвета зелени есть. Есть вот такой бордо. Ну, на самом деле, цвета, да, на любой вкус, на любое оформление. То есть такие вот летние, насыщенные. Новые цвета стаканчиков Покал. Новая, хорошо забытая, старая. Розовый, синий. Они уже подороже, чем прозрачные. Они по 69 рублей. Но другой цвет. Бирюза будет более. Бирюза вообще более такой. Насыщенный, красивый. Сегодня повезем в заказе 18 штук таких. Вообще линейка Покал хорошая. Чтобы их расхамтолить, да, нужно постараться. Плотное стекло. Еще один новый стаканчик. Серия Канунг Слик. В этой же серии есть фужеры, ручная выдувка, но здесь огранение, да, то есть вот за эту грань, чтобы она искрилась, играла, красиво она при сервировке будет смотреться, то есть это и ромбик одновременно, а по факту это вот такие вот волны, которые особо руками только изнутри чувствуются, снаружи гладкий стакан. 150 рублей одна штучка. Мы показывали в прямом эфире, но показывали в пачках. Теперь хочу детально показать. К бутылкам Коркин появились вот такие носики. То есть вы спокойно откидываете крышку, она вам не мешает. Комплект носиков стоит 199 рублей. Лостагбар. Теперь давайте его посмотрим. Значит, здесь у нас вот такая трубочка.
хорошее резиновое основание. Носик закрывается вот так. То есть вы можете спокойно дозировать. Это масло, это молоко, кефир, это алкоголь. На самом деле в эти бутылки что только не переливает. То есть у вас хорошо, плотно вставляется носик, и у вас уже ничего никуда не убежит. Потому что вот из этой бутылки, например, масло наливать, оплюешься вся. А здесь вот вы закрыли, все. Это классическая пробка. Кстати, для вина тоже, бутылкам для вина их уже брали, шикарно подходит. В линейке Canon Sleek есть еще дополнительно бокалы для вина на 400 мл и на 33 мл. Красиво, то есть эстетично, да, в руках смотрится. 249 рублей, 229 рублей. То есть это не стыдно, это и отели, думаю, высокого уровня спокойно возьмут такие стаканчики. Любая сервировка стоящая, то есть вот тут есть за что платить денежку. Сейчас покажем еще одни новые фужерчики. Вардаген. Заявлено вообще как бокал. По факту, я думаю, можно использовать как миску, да? То есть там мороженое, салат какой-то порционный. Нет, ну десерт. Нет, для десерта. Ну, только если что-то маленькое. Ну, да, если вот, ну, для мороженого. Когда жадничаешь гостей кормить, можно вот два шарика ягодок. Да. 400 рублей набор с 4 штучек. В такой коробочке продается, можно подарить. Мы хотели показать вам одну бутылочку, но там работают. Я думаю, мы в отделе оформления ее покажем. Мы продолжаем блуждать по лабиринтам Икеи. Появились вот такие подушки. Только сегодня, когда вела прямой эфир с Хоффа, показывала, что такого подобного в Икеи нет, оказывается, есть. Название, артикульный номер, цена, потому что на сайте еще этого нет. С одной стороны это полоска, с другой стороны такой пичворк. В зависимости от того, что вам хочется, вы можете миксовать. Вот эта сторона так более интересно смотрится, более спокойно. Еще были бы бежевые, было бы совсем замечательно, потому что такие подушки просят. Так там она почему-то, ценник был 599 у нее, здесь 259. Вот, наверное, шерстяная это за 599, вот. Были перепутаны ценники, ребята, то есть дезинформировали нас, мы вас дезинформировали. Подешевели кругляши на стул, 59 рублей стали вместо 99. Значит, вот эти подушки на самом деле стоят 259, но 259 за это есть за что. Это адекватно. И вот такие вот шерстяные. Появились плотный такой кусок шерсти, как этот валенок, да, валенный. 599 рублей. Тоже добротная подушка. Кударно расширили линейку. Появились поменьше бежевые. И, кстати, малинда белая покинула нас. Увы, их теперь больше нет. Поэтому кипельно-белых подушек в Икее не осталось. Малинда была самая продаваемая, по крайней мере, по нашей статистике, из светлых подушек на стул. Новые цвета чехлов Гурли, 179 рублей, голубой. И новые чехольчики Блогран, вот в такой цветочек. Покажи, пожалуйста, вот это и это. Гурли, кстати, благородный, красивый оттенок, давно нового Гурли не было. Блогран спорный, я понимаю, они под синие занавески, скорее всего, выпущены, ну, как-то так, своеобразно. Хлопковый чехол Металлисы, бежевый с серой елочкой, 40 на 65. Не вижу его в упаковке, вот он. Вот такой вот чехольчик, тоже новый. Цена 549 рублей. Так, из мягкой ткани, приятный на ощупь, бирюзовый, белый, снефрит. Сейчас я попробую найти его в упаковке. Вот, пока покажи его сам. Он даже еще не распечатанный. Кстати, чехольчики в Икее приходят вот в таком виде. То есть в палету упакованы вот такие вот кучки. Их снимают, но здесь почему-то не сняли. Двухсторонний, с одной стороны синенький. Вот он, как такой велюрчик, с другой полоска. Сейчас посмотрим, что у нас в составе. Не могу найти. Хлопок. Такой хлопок. Интересно сделанный. Чехольчик очень приятный. Вот еще был бы 50 на 50, было бы вообще замечательно. Новые чехлы по 499 рублей.
Ингельзе. Красно-синий. С одной стороны поменьше клетка, с другой покрупнее. И вот такой вот в крупную клетку Юнхильд. Красно-синий. Он уже двух, ну как бы с одной, что с другой стороны одинаково. Вот такая подушка с плюшком. Мы, по-моему, ее показывали в прямом эфире. Сейчас найдем цену, расскажем, что это. Ой, друзья мои, 2000. Меликхен, 80 сантиметров. И вот такая вот сонгрелка. То есть продолжение, да, к комплектам, к шторкам. Интересная подушка, 700 рублей. Ну, как-то чуть завышен ценник. Хотелось бы чуть-чуть пониже. Анна-Мия появилась такого сине-белого цвета. Ну, активный такой синий. Ну, Анна-Мию представлять вам не надо, просто покажу, что есть новый цвет. Да. Все уже было. Так, по пледикам нового больше ничего нет. А, смотрите, увязанного Вивана. Виванна, белый, беж, и появился красный. Пледик очень хороший, хорошо, износостойкий. Очень часто берут косметологи, на кушетку стелят, а сверху потом одноразовый простынь. Клиентке мягенько, тепло и комфортно. Не стыдно подарить. Упаковочка с ленточкой. Стоят они сейчас по 1999. Иногда бывают акции где-то в районе 1600. Это ценник, кстати, не от них. Друзья мои, у нас... Пока мы писали, мы уже, наверное, второй час пишем, да, если не больше. У нас неожиданно сдохла камера и оказался разряженным пауэрбанк. Благо, с собой есть вторая камера. Пишем на нее. Надеюсь, нам ее хватит, не придется писать на третью. А вот такие вот подушки. Их нет еще на сайте. Лурвик зеленый, 38 на 38. Ребята, 400 рублей. Я не поняла прикола. В чем фишка этой подушки? За что столько денег просят? То есть чехол очень похож на чехольчики, там есть вот розовый, серый, название сейчас не выговорю правильно. Единственное, что не нравится, как бы форма не совсем ровная, неаккуратно сшит, и вот как-то сумбурная какая-то подушка, да, для 400 рублей. Ценник вот рублей за 100, наверное, мне кажется, их бы разобрали, вот по 400 они так и будут висеть. Еще одна новинка, на сайте эти коврики уже есть, и показывали мы вам его в прямом эфире. Langstedt 60 на 90, есть зеленый, беж, серый такой бирюзово-зеленоватый и желтый, с оттенком желтый. Можно стыковать между собой, то есть спокойно, видите, шов как хорошо ложится. На самом деле, вот на данный момент это мой фаворит среди киевских ковриков. Это и хороший плотный ворс, то есть он будет комфортно за ним ухаживать, он не будет сминаться, в отличие от вон того пушистого товарища. Вот зеленый, бежевый, серый. Вот. Не задирается край и не такой бешеный ценник, как у Одума. Причем они есть и большего размера. 133 на 95 желтый и бирюза. Есть еще красный и есть еще вот такой красивый синий. Еще новые коврики, кстати, бюджетная линейка по 1200, но неплохо смотрится, стирать можно в машинке, они умещаются. Вот что у нас по цветам. Серый с мятой, темно-серый с светло-серый, темно-серый с синий. Потом вот такой основной поле темно-синий, вставки беж и бирюза. И вот такой вот светлые, то есть сочетание у всех примерно, как бы цветовая гамма использована одна и та же, но по-разному разнесена, разные полоски, поэтому коврики смотрятся совершенно по-разному. 1200 стоит такой коврик, один из самых бюджетных ковриков. Новый ковер Allurum, ручная работа, 170 на 240, 18 тысяч, сделан из шерсти. Я не знаю, насколько комфортно вот эти косички на них наступать, возможно, будет даже немножко неприятно, да? Да, будет чувствительно. Жестковатый он, как массажный коврик, ну, что-то как-то. Интерьерный, как будто повесить и не вставать на него, да, вот так примерно выглядит. Безверстовый ковер Love Roof 9000. Индия и Бангладеш. Шерстяной ковер, сделанный вручную, ребятушки, цените. Вот из каких долей к нам приезжают. Так, Трангет.
тоже ручная работа. Очень много появилось ручных ковров. Красивые. Не знаю, конечно, мы за пределами России не бывали еще ни разу. Какие цены на такие ковры в странах, которые их производят. И, кстати, вот то, что мы сейчас показали, да, Лангстед, есть еще 170 на 240. Если вы хотите большое ковровое покрытие, стыкуйте два таких ковра. Еще один коврик Арнагер. Теперь он выходит прям первой строчкой, когда на сайте в поиске ковры ищете. Ребят, очень нежный, как вот такие коврики для ванны. Вот валяться на нем, я думаю, одно удовольствие. Не знаю, конечно, как он в эксплуатации, как по нему будет ходить пылесос. Причем, видите, в одну сторону более матовый. То есть оттенок, да, даже меняется, когда вот меняем направление ворса. Стоит он 5000, 140 на 2. Новые предверные коврики Males. 40 на 60, круги серые. Ну, обычный классический синтетический коврик предверный. Таких у Икеи на самом деле много. Каждый год меняют просто оттенки. Появилось очень много безворсовых маленьких ковриков. Такие полукухонные, да. Кто-то как использует их. Коврик возле кровати. Начинается ценник от 100 рублей. Вот такой не окрашенный, не беленый. Ну, это Лангерсер. Потом вот такой коврик за 700 рублей. Прям жесткий, плотный. Тоулуф. Тоже интересный коврик, как палочки такие вязаные. Тоже новинка, это все безворсовые. Здесь тоже безворсовые, 149, 155 на 150. Прорезиненная основа. Замечательно использовать, я считаю, и в прихожей, и на кухне, кстати, тоже его можно. Веслёс 5000, черно-белая полоска, безворсовая, шерстяной, ну, шерсть всегда так и стоит. Тьюстед, вообще однотонный синий, но мне кажется, весь мусор будет видно на нем, как насчет опрятности не особо понятно. Ну, если собака, то вообще как-то. Да, если будет кисонька собачка дома, то это не вариант. Так, Самар мы такой показываем. О, смотри, какой интересный. Грестед вот еще, да, то есть это балкон, это детская. Кстати, в детскую неплохой коврик. И играть на нем можно. И я думаю, чиститься будет хорошо. Плюс постирать, ну, можно. 150. Вот еще новинка. О, зима закончилась. Коллекция Витер 2018 появилась. 75 на 150, 1300 стоит такой ковер. Еще много. Ой, слушайте, ну это прям вот это коврик для ванны, да? Наверное, услышали покупатели, что всем нравятся такие коврики, что теперь можно не только на коврике ванн для ванны кайфовать, но и под кровать, возле кровати, возле дивана постелить. Вонге 78 на 150, плюс если у вас огромная ванна, вы тоже можете это использовать. Еще один безворсовый, прорезиненная основа. Ну да, это прям вот прихожая. Солинге 1200. Вот такой вот кругленький. Воструб, светло-серый, ковер короткий ворс, достать не могу, далеко. Вот интересный, рёкер, 80 на 150, кстати, достойный ценник, я думаю, легко и вытряхнуть, легко постирать будет, проблем с уходом не будет. И еще один, но и еще винтер один, но, слушайте, я валяюсь, зима закончилась, коллекция как новинка продается, вот такой вот винтер. Но это линейка бюджетных ковров, у которых очень часто вот здесь зацепается петля, и если вы ее выдернули, то у вас полоса, то есть коврик становится неаккуратным. По-летнему зеленый коврик Аплев. До сих пор помню, когда в распродаже года 3 назад распродавали черные, помнишь, по 99 рублей мы их привозили. Штук по 50, наверное. То есть в каждом заказе по 5, по 10 штук. То есть коврики, которые стоили 600 рублей, их распродавали по 99. Иногда у Икеи бывает такой аттракцион щедрости. Это просто новый цвет. То есть коврик все то же самое. Синтетический коврик, из которого ужасно достается собачья шерсть. Мы этот коврик проходили с собакой. Еще один комплект постельного белья, новиночка. Вот такие вот листочки красивые. Огурцы, жар птицы, кто как их называет. Хлопок. Односпальный, стоит 1000. Да, просто хлопок. Тут, наверное, может быть, поудобнее будет. Либо вот. Такая вот красота.
Индира. Наконец-то обновили цветовую гамму. Появилась хорошего желтого цвета индира. То есть это и такой классический летний цвет, и в детскую очень удобно. У нас уже их и закупали, мы привозили для одной гостиницы. То есть пробовали, цвет очень понравился, понравилась эксплуатация. Пойдемте посмотрим новые наволочки. Это опасно. Нет, оно, знаете, Пудервиво 50 на 70 появились, льняные наволочки, стоят 499 рублей. Ребят, ну лен так и стоит, как бюджетного льна особо ты нигде не встретишь. Сюмнута светло-бежевая, Дим, как-то вот сюда. Светло-бежевая сюмнута, 349 рублей. Сюмнута есть еще вот в таком цвете. Сюмнута — это хлопок. Такой серо. Так, это уже все было. Теперь Пудервиво, помимо того, что есть новая наволочка, есть простынка. Натяжная на 1,40 м стоит 2,800. Ну, Пудервиво никогда бюджетной не была, но износостойкость у Пудервиво обалденная. Еще один новый комплект постельного белья. Хлопок с лиоцилом. В двух оттенках есть, то есть целиком белый комплект, окантовка либо вот такая темно-синяя, либо вот такая красная. Хлопок или лиоцил. Очень гладкий, комфортный комплект. Двухспальный стоит 2000, односпальный стоит 1600. Сейчас попробуем найти, на чем одеяло. Нет, к сожалению, не видно, спрятано туда. Так, вот они на выставке. По простынкам больше нового ничего не вижу. Сейчас, на самом деле, еще определенный комплект. Ну, надеюсь, найдем. Фланелька появилась новая. Нордруте. Одна спалка стоит 1600, двухспальная стоит 2000. Хлопковая фланель. Очень комфортная и мягкая. Мужчины любят. То есть такие комплекты чаще всего покупают мужчины в возрасте, когда хочется уже тепло, комфортно и так вот и приятно спать. Так, Кунгсблома. Есть помимо белого еще и в сером, потому что серый вообще красивый цвет, с желтой окантовкой. Это и подростки. Я думаю, и с Ульвидой неплохо будет сочетаться. Ульвида чуть понасыщенней. Такой комплектик. Цены те же, 1600 и 2000. Блоград. Блоград, мы смотрели чехольчики на подушку. И есть такие же постельки. Ну, вообще, как бы это эстетически красиво, да, когда в одной стилистике постелька и чехол на подушку. Хлопок, лиоцельной нитки здесь нет, ну да, по ощущениям ее и нет. Некоторые постельки мы проходим мимо, потому что мы их в детском отделе показывали. Стернфлока. Дим, там вообще видно? А? Вот такой комплект, то есть такие вот узоры. Дим, точно видно? Да, видно. 1700 стоит двухспальный, просто хлопковый. Односпалки пока нет. А нет, одна спалка тоже. Одна спалка есть, но нет цены. Ребят, косяк, нет цены. Двушка, но если двушка 1700, наверное, одна спалка где-то районе 1300 будет стоить. Так, эти мы все уже смотрели. Вот, кстати, новый комплект. Ой, какой интересный. Вот его я искала. Трешечка новая появилась. Бенвет. Цветок. Пододеяльник с потайной застежкой. Хлопковая. К нему в комплект идет вот такая простынка. Простынка, конечно, не сильно так. Ну, нет, кстати, по плотности нормальная. Она не натяжная, обычная простынь. Неплохого качества. Односпальный и двухспальный. Так, в двухспальный входит простынь. 1,50 м, а нет, значит, одна спалка, пододеяльник 150 на 2, наволочка 50 на 70, простынь 150 на 240. Вот одна спалочка, 1000 стоит, и 1300 стоит двухспалочка. У двухспального простынка 220 на 240. Вот такой комплект, такие красивые цветочки.
Вот, кстати, его я искала. Еще один, ну, Икея в этом году тянет на желтое. Ювельблома. Читаю так название, потому что читаю их первый раз, чтобы не ошибиться. Односпальный, двухспальный, стандартный размер, красивый желтый хлопковый комплект. Такого среднего ценового диапазона, но прилично выглядит. Пудровива не зря появилась наволочка. Уже на выставке висит комплект, но нет цены. Но пудровива никогда бюджетно не бывает, поэтому я думаю, здесь 1003 не меньше. Ценник, выставочник есть, ценника нет. Мы водили ванны. Появились вот такие большие мусорные ведра. 30 литров, ну да. Младший точно сюда залезет. 4000 стоит такое ведро с педалью. Покажешь, что внутри? И как интересно, снимать вторая камера, можно далеко даже близко не подходить. Я около 30 литров. Ну, не знаю, куда такой дом, ведрище, да? А? Но это не дом. Для дома вот. За глаза. Из этой же линейки 2000. Все то же самое, только уже на 12 литров. Серия Мьёса, кстати. У Мьёса хороший вот этот железное покрытие, износостойкое. Так, давайте рыскать дальше. Нордерна. Появилось очень много в этой линейке. Вот такие вот кармашки подвесные 1500 стоят. Отдельно плетеная корзина. Корзина вот такая стоит 1300. На сайте, кстати, они потихоньку появляются. И вот набор из таких двух кармашков стоит 600 рублей. Сейчас я найду, где они. Вот они висят, вот на крючочке с желтым полотенчиком и рядом. Это из этой же корзиночки. А теперь идем пугать нашего оператора. Пойдем. Угадай, сколько стоит. Мрамор, стекло. Здесь тоже мрамор. Вот такой регулятор. 10 000. 12. Не напугало. 12. Нет, я не спорю, классно, но... Это музей уже. Это музей, да. Таких друзей сдают в музей. Как называется-то хоть дружочек? А то показали. Эвидаль. Серый шаровидный. Поворачивая абажур из цветного стекла, можно иметь направление света и внешний вид лампы. А, то есть понятно. Вот такая вот круть крутая. Так, здесь у нас тоже еще есть новиночки. Мы их еще заметили, когда снимали вам обзор по настольным лампам. Для сада мульбакка. Такой вот светильничек пластиковый. Здесь не могу найти описание. Значит, будем читать так. Бамбук, прозрачный лак. То есть здесь пластик, здесь бамбук. Прямо это. Африканский там-там. Тоже новый. Книгсхульт. Господи, Книгсхульт, Книгсхульт. Язык сломаешь. Ой, смотри, как интересно. Опа. Ну да, жебловатенький. Но вот если его вот так вот расставить, то ровненько стоит. 2000. Так, Боя это старенькая. Фаду появились в новых цветах. Розовая была, чисто белая. Кстати, матовая, красиво, красиво смотрится. Уже привозили мы на заказах. Потом показывали мы в прямом эфире. Отерскен. Есть с прозрачным, есть с матовым. Это у нас стиль Советского Союза. Генсеки сидели с такими лампами на столах. Очень нравится мне вот эта вот лампочка. Тернабе, она подорожала, стоила до Нового года 1300. То есть такой вот светлячок. Но, то есть, тут регулировки, здесь, а нет, вот есть. То есть можно прям. Ну, кто подойдет эта спираль. Да, кто хочет керосинку, но не хочет керосин, ваш вариант. Лампа настольная Лаутерс. Интересно, кстати, смотрится, да, 2000, такая тренога. Тканевый чехол. Не вижу ее. По описанию ясень. Текстильный абажур создает уют. Понятно. А массив ясеня. А абажур у нас из синтетического волокна. Так,
Настольные лампы рабочие, друзья мои, мы вам показывали. Они у нас есть на канале в отдельном обзоре. Мы на них не будем останавливаться. А покажем просто другие дополнительные штучки, которые есть в настольных лампах. Скруп. Но он никак не регулируется. Почему регулируется? В одной плоскости. Нет, его надо подкрутить. А, да, то есть его можно... Нет, он поворачивается. Поворачивается то, что на стенке поворачивается. Нет, вот, я, нет, я повернула его. Вот, вот, вот. То есть можно повернуть абажур, но дальше выше. Ну, как-то вот чуть-чуть недоработано. А что это такое? Ринморса? А, смотрите, ни у кого такого нет. Видите, она вся вспучилась. Не знаю, сколько она лет здесь висит, но она такая уже. Кстати, у кого такие бра? Я не помню, вот мы привозили раньше, но что вот такие вот были спученки на них. Линейка Немона, просили показать, бра с поворотным штативом, два цвета, очень удобно, то есть можно прикрепить к стене, использовать как ночник, как настольную лампу. Двойное бра за 2000, здесь просто вверх-вниз, и одинарные бра, здесь есть регулировка за 1500, за 700 рублей регулировки нет. Цвет черный и белый, то есть вся линейка есть черная и вся линейка есть белая. Помимо этого, в линейке Немона есть вот такой потолочный софит. Очень удобно, то есть стаканчики можно просто прямой свет сделать, можно их раскрыть и направить туда, куда вам нужно. У Немона помимо круглой шины есть на 5 рожков шины, функционал одинаковый. Здесь полоса, здесь круг, отличаются только вот именно самой формой. О, иди сюда! Ну, я точно сплюсанула на желтый. Бумага. Ну, красиво смотрится, да? Это пластик. 3700. Ну, нет. Абажур, полиэтилен. Это пластик. А, ну да, тонкий пластик. О, прям как будто птички, да, издалека смотрятся. Пуговички такие красивые. Диаметр сейчас посмотрим. Диаметра нет. Лампочка с 14 цоколем, одна, 55 сантиметров. Книгсхульд, можно дополнить маленькую настольную лампу вот такой. Здесь вот такой кожаный шнурочек. Но это все-таки дача, да, либо кухня, зал как-то. Хотя можно, если стилистика соответствует, можно и для гостиной использовать. Вот, кстати, книгсхульд, если вам надоело, да, можно как напольную вазу. Ну, вполне, да. Вот. То есть поставили, чтобы тяжелое туда положили. Вот эти функционально такая двойная вещичка. Это секция для подсветки с книги. То есть сюда, получается, вставляется подсветка. То есть вы берете тонкую подсветку, сюда ее ставите и направляете, ну как, устанавливаете, как вам нужно. Так. Линейка Немона оказывается не только бра, там настольные лампы, торшерчики. Есть еще вот такие вот светодиодные потолочные светильники. Вот они горят. А, кстати, мы сейчас... О, пожалуйста. Вот что внутри. Что? Похоже, в Леруа Мерлен подойдет. Да? 3000 стоит. Сколько в Леруашке? Подешевле? А, в Леруашке целиком пластиковый. Здесь же... А, граненый-то? Понятно. Здесь более лаконичный, то есть гладкий, разного цвета. Поэтому, наверное, отсюда и ценник, да, разница? Вот такой вот светодиодничек новый. Викшо, теперь разных диаметров, разного цвета, то есть вот от такого малыша, средний и большой, прям шапочка турецкого султана. Маленький 1000, средний 2000, большой 3000. Бежевый, бирюза, но бирюзы я других оттенков, других размерчиков не вижу. Ну что, пойдем апофеоз покажем, показываю его в прямом эфире. Еще один товарищ, 8000, из мрамора, из стекла. И вот такой вот бра, повыше, пожалуйста, скруп, 25 сантиметров, вот такой вот потолочник.
Нашли мы чудо-юдо рыбу-кита. Основание хорошее, ну, цвет красивый. Само основание то ли так собрано, то ли изначально такое. Грустное, печальное. Как я понимаю, он от солнечных батарей работает. Поэтому сейчас он выключен. То есть вот такой шнурочек. Верхушечка, да. Но ткань, конечно, на троечку. Я не знаю, как... Всепогодный дом? Ну, мне кажется, он очень быстро придет в негодность, то есть нужно будет переделывать. Так, ты цветовая гамма интересная. Под шатер? Конечно. Не будет быстро дырявиться? Ну, если будет попадать солнечные лучи прямые, то я буду что-нибудь. Ну, так-то да, то есть как бы за ним все-таки какой-то такой примитивный уход нужен. Ой, смотрите, новые абажурчики. Рюпа, 25 сантиметров, такой вот бордо. Рюпа рядом. Побольше. Да, побольше рюпа. Сейчас найдем. Основание. Готэм, 1800. Такое, такое красивое. О, регулировка, где лампочки, да? Ключик такой. Раз. Два. Интересный. Скальран. Кстати, возьми себе, ты любишь такие штуки? Не знаю. Основание настольной лампы. Ну, это прям классический лофт, да? Я не знаю, просто это все. Отлично. Ну, лампочку пускнее можно взять. А это что такое? Что-то как-то так набросано все в отделе. Ну, понятно. Пойдем там посмотрим. Еще нам туда надо? Вот тоже новинки большие. Большая и маленькая. Маленькая брюнса, железная. Провод. Сейчас посмотрим. А, это абажур. Провод отдельный, это секонд, скорее всего. Такой вот железный абажур, сетка. Я свое мнение высказывать не буду по этому поводу, потому что я такой, ну, я понимаю, что стили разные, да, кому что нравится, ну, в принципе, железка неплохо сваренная, вот такая 1000, самому делать, ну, наверное, не сделаешь, да, так аккуратно, поэтому... Ну, сделаешь, только надо опять руки, чтобы... Руки, приспособления... Клуван, абажур стеклянный. Вот реально банка перевернутая, да? Прям вот. Вот, кстати, из Икеи 365 есть такая банка. Дырку прорезали, повесили. Ну вот. Икея, продавайте банки, в которых есть отдельные крышки, чтобы из них делать абажуры. Ну да, жесткость полная. Ну, новое что-то нужно придумывать. Представь, новинки выходят там 3-4 раза за год. Что-то же нужно генерировать. Подсветка на солнечной батарее с Альвидом. То есть. Ой, вот сама подсветка. Ага, понятно. Когда она набирается солнышко, да, то есть во дворе у вас вечером загораются вот такие цветы. Но один цветочек стоит 1000. Собери букет, подари бабушке. Минимум 3 цветочка, уже 3000. Вот такие всевозможные появились гирлянды с Альвидом. Вот такая 2500 из разных лампочек. Это вот большие лампочки наполовину закрашенные. Маленькие разноцветные лампочки. Тоже 2500. Ну, такой небюджетный ценник, да, декора. А здесь синтетические чехольчики, то есть это божьи коровки, получается. Нет, это не рисовая бумага, и это типа капроны. Они по 1000 рублей. Такие вот гирляндочки. Ну, в принципе, не спорю, интересно, красиво смотрится. Вот такие вот абажурчики с Альвидом. Они, наверное, даже не только абажурчики. Подвесная светодиодная лампа. То есть здесь целиком светодиоды, да, везде. Поэтому здесь, кстати, нормальный ценник-то, вот большие. Вот эти все большие по 800 рублей. Цветочек, кружочек, шарик полосатый, белый. Вот такой полосатый. Малыш средний по 599 и малыши по 500 рублей. Ну, вот это, кстати, адекватно, да? Соотношение цены, я думаю, приличное. С Альвидом вот такой светодиодный фонарь на солнечной батарее, красный и серый. Не хочет. А где он питается? Не знаю, но здесь, наверное, нигде. Чисто белый есть. Вот, ну, с Альвидом вот такой, 800 рублей. Но он выходит, подобный выходит каждый год, поэтому обновляется только там либо цветом, либо названием. А с Альвидом подвесные большие. 1800, они огромные.
То есть их то куда-то вовнутрь, да? Друзья мои, Новый год окончен. Появились стролки. Как за ними все охотились. И за большой, и за маленькой. Маленькая 1800, большая 2400. Сальвидоны, помимо малыша, есть вот такой большой сальвидон, мама-папа, 1300. Да, то и точно. Видишь, как горит, смотри, да? Ну, вот как его включен, не включается, у него никак. Ничего. Лампочка на ручку ловила, да? Сейчас. Лампочка на ручку стоит. Сейчас. Вот, прожимай. Аккумулятор спрятан под абажуром, что защищает его от влаги. Заряжается солнцем 9-12 часов. Потом отдает. По-другому не светит. Никак. Стролки. Стролок у нас много в Нижнем Новгороде. Кто хочет стролки, пишите, перешлем. Так, дальше. У Нимоны появились и торшеры. Поэтому, если интересно сделать в одной стилистике, пожалуйста, есть возможность. Причем Нимоны есть черненькие, Нимоны беленькие. И Скуруп. Скуруп есть тоже настольные лампы, мы их снимали. Есть большой бра. И есть вот такой вот торшерчик. Очень рада, что новое – это хорошо забытое старое. Светильник Лершта всегда продавался в серебре, теперь он продается еще и в белом цвете. Светильник очень популярен, девчонки, бьюти-индустрия вот реально им пользуется. Он немного места занимает, и можно сделать куда угодно, направить, да, с какой угодно стороны сфотографировать. Достойный светильник в металлическом обрамлении 1400. Единственное, что не совсем удачно белый цвет. Пойдем покажешь поближе. Плохой прокрас. То есть у серебра такого нет, здесь такое есть. И сразу неопрятность появляется. Скуруп есть еще один торшер. Сейчас я вам вообще апофеоз покажу. Вот такой торшер у Скурупа. Стоит 2500. То есть голова наклоняется, как вам надо. По такому же принципу работает и бра. Ну, такой вот направленный свет. Все то же самое, что у настольной лампы. А теперь... Дим, сколько стоит? 20. Откуда знаешь? Я потом уже за предел. 20 тысяч российских рублей. Абажур из выдувного стекла, изготовлен искусственными мастерами. Каждый абажур уникален. Значит, у нас основание мрамор. Здесь у нас массив дуба, палку можно сделать, трость. Украшение латунь, вот эта часть латунная, подвисюлька латунная, внутренний абажур стекло. Вот такая красотулина нижняя. Еще вот такой светильник для сада, очень интересный. Здесь пластиковые нити. Мне кажется, мы в каком-то обзоре уже про него говорили, да? Мульбака, стоит 7 тысяч. То есть можно использовать во влажных помещениях. Так, по отделу света все. Ведро Кнот появилось в синем цвете, насыщенного синего цвета, приятный, красивый. 1300, объем такие же, как у серых. Белые пропали из ассортимента, будет еще такое же маленькое за 700 рублей. Маленькое, по-моему, 14 литров. Линейка Фьелла, обновили цвета, бело-синие. Держатели, коробки, подставка под канцелярию. И коробочка средняя, коробочка маленькая. Больших ящиков я не вижу из этой серии. Я хотела показать... А, вот, органайзеры. Они есть на сайте. Значит, Анни Линары появились такие декоративные коробочки. Можно украшения хранить, можно подарочек запаковать сразу сюда. Набор из двух штук 500 рублей. Видели, да, постельки, которые мы смотрели, цвета очень схожи. А потом из этой же линейки вот такая декоративная коробочка. Да. Так что это, если подарочки женам дарить, то вот, пожалуйста, вот так вот. Вот так, опа.
А там много интересного. 500 рублей такая коробка стоит. Покажи вот так, потому что чтобы их неудобно брать. Есть блокнот для записи из этой же серии. Книжки записные появились. Вот такие вот книжки для записи. Комплект из двух штук, 400 рублей. Ну, что-то дорого. Хотя здесь такое жесткое основание на резиночке. Ну, как-то так. Зажим для бумаг, 149 рублей. Обычно, по-моему, в любой канцелярке продают, но не за 149 рублей. Только за полосатую коробочку ее можно самому сделать. Зажим для бумаг. А, вот это уже другой зажим для бумаг, да? 199 рублей. Это сколько же штук-то? Не написали. Зажопили, не написали. А, вот, зажим для бумаг в упаковке. 10 штук за 200 рублей. Ну, как-то так, безумие легкое. Так, появились вот такие вот органайзеры для записи. То есть, ну, это настольный органайзер для записи. Настольный блокнот. А дырка зачем? Дырка, не знаю, можно сюда что-то поставить. Карандаш? Может быть, но тогда тебе, чтобы оторвать. Вот такая вот записная книжка. Ну, не знаю, как это. Канцелярия, наверное, все-таки не совсем то, что нужно. Хотя здесь типа пробки покрытия. Очень много вот таких вот всяких штук интересных. Настенная панель Скодис в черном цвете 1500, 56 на 56. Все остальные аксессуары Скодис только белые, поэтому по сочетанию смотрите сами, как вам. Так, пытаюсь буквеньки найти. Вот, кстати, маленькое ведро Кронт. А, новая полочка есть интересная. Бергсхульт появилась полка, 999 рублей стоит, крепится на классические киевские консоли. Здесь такой вот выступ интересный. Слушай, неплохая полка. 120 на 130 можно обрезать до нужной длины, а консоль закроет. А какая консоль? Получается, консоли пока этих нет. То есть, ребят, есть еще консоли, которые закрывают. Это уже интересно. Подождем, потом покажем. А, кстати... Может, вот эти, скорее всего. Наверное, вот да, то есть крайзер. Смотрите, есть такая же белая. Кто страдал, что вышли полки Эгби, пожалуйста, вот вам альтернатива хороших, неплохих полок и не сильно дорогих. Это дешевле, чем Эгби были, да? Потому что Эгби вышли, полок фактически в Икее не стало. А, так, теперь, значит, смотрим, что новая полка. Свенсхульт, сама железная. Здесь у нас полка ДСП, пленка, пластик. Как будто массивом покрыты. Такой вот решеточка такая. Может, про наш канал где-нибудь это про новый сказать? Как выжить? Не спать ночью на это. Пишем. Держатели для книг мы вам показывали вначале красные вбили. Есть такие же мятные. Черные. Все они продаются по две штучки. Цена 199 рублей. На сайте они вот только появились. Коробки Рабла, коробка с отделениями, стоит 999 рублей. То есть вот такая тканевая коробка, вот этот каркас входит в стоимость. Если вам не надо, вы просто ее разбираете. А какие плюсы? Можно спокойно, совершенно не напрягаясь, коробку постирать. Но вот это донышко не получится постирать. Здесь донышко жесткое. Нет. Покрутила, повертела, замков, липучек нет. Крышку можно, наверное, как поднос не получится использовать, да, потому что есть дырка. Это 999 рублей. И точно такая же стоит 1300, но уже без разделений. Кстати, нет, он все-таки разбирается. Вот здесь боковушки достаются. Это вот у большой, бамбуковая. Такая функциональная вещичка, конечно, не бюджетная. Да нет, донышко Дим вообще никак. Вот такие вот текстильные коробочки. 1300 с бамбуковой крышечкой. Есть еще большущая. Стоит 1700. Она состоит из двух крышек. Внутри просто пустая.
пустота. Большая коробка, никаких разделителей, ничего нет. Крышка не цельная. Так, серия «Стук» в розовом цвете. Вся такая же линейка «Стук», как и была в белом, сером, теперь еще и в розовом, то есть дополнение по цветам. Рассказывать про нее отдельно не буду, про нее уже рассказывали, просто что вот есть в таком цвете. Друзья мои, мы в последнем отделе, оператор уже измучен. Я надеюсь, вы досмотрите наш обзор до конца, поставите лайки, комментарии, потому что, чтобы труд был не напрасен. Вот такие вот фонари для формовой свечи по 999 рублей, белый и розовый. Снимается вот так верхняя часть, но не до конца, ее тормозит ручка. То есть можно сделать вот такой фонарь, вот. А если он вам не нравится, вы его просто берете и закрываете. Ну, в принципе, согласитесь, функционал есть, да? То есть... Я не понял. Ясно, не для мужчин. Два цвета, белое и розовое. Вот такие вот штучки, ну, у нас уже в офисе есть, мы их уже привозим, заказывают. Тоже кто-то как кашпо девчонки берет, очень красивый коралловый и такой нежная бирюза по 199 рублей. Очень много появилось новых ваз, по ним, наверное, нужно все-таки отдельный обзор снимать, да? Поэтому давайте так вот мы вам покажем, чтобы у вас было понимание. Вот такая вот бежевая и серая вазы, то есть разного материала, разного цвета. Градвис, очень красивая ваза. Потом, смотрите, вот такая ваза кувшином. То есть ну, ваз очень много оригинальных, но нет напольных ваз практически. В Икее пропали напольные вазы, только остался огромный цилиндр. Вот такие вот в разных цветах, бежевая, такая нежная мята. Ой, вот очень красивая ваза, 999 рублей переходами. Вот такие вот малышки, большая 1300, маленькая 300 рублей. То есть под любой интерьер, да, на любой вкус можно найти вазочку. Появились новые будильники. Вот такой будильник с подсветкой байк. Стоит 600 рублей в пластиковом корпусе, но корпус очень приятный, прорезиненный, как будто бархатный. Потом вот такой. Да? Помните все, наверное, да, любители Икеи, были большие черные часы напольные. Вот есть теперь такая альтернатива маленьких, стоит 1000. С другой стороны обычные, то есть не двухсторонние. Так, ну эти часики уже не новинки, их уже давненько продают. То есть вот что есть по будильникам. Ну, по будильникам, я думаю, мы отдельно обзор снимем по типу плавности, тихости хода. Радует, появились новые картины. Пьер Рид, 1, 2, 3 циферки, триптих из 3 штук, 800 рублей. Хороший холст, они уже натянуты на раму, делать с ними ничего не надо. Вот такие картинки Фридены, раньше тоже Икея продавала их. То есть основа, на нее сразу распечатана картинка прямо по ней. Будильник, глазки, а это отдельно, две штучки за 800 рублей тканевые. Такие вот, получается, 369 рублей яркие. Да, на комиксы. Допустим, если какая-то кофейня в таком стиле, то интересно будет смотреться. Потом вот еще новиночки. Тоже Пьер Рид. Пейзаж. Такой, как будто бы, да, маслом написанный. Фриде. Вот из этой же линейки есть еще более спокойные. Ой, смотри, какая красивая, естественная, да, ковыль, по-моему, это орхидея. Такие полочки есть. Можно что-то с чем-то можно сочетать. Красота! Разноцветный олень, две штуки. На стене, жаль, нигде нет. С одной стороны такой олень, а с другой прямо смотрящий олень. Две тысячи стоит набор таких оленей. Так, ну что, друзья мои, на сегодня, наверное, все. Новинок на самом деле очень много. Будет еще отдельный обзор по новинкам. Спасибо моему оператору, что меня выдержал. Мы уже почти 4 часа снимаем. Посадили одну камеру, вторую досаживаем. Всем спасибо за просмотр. Ждем вас в подписчиках. Задавайте вопросы. Наши социальные сети будут внизу в шапочке. Мы всегда контактны. Со всеми коммуницируем, с этим проблем нет. Ребят, не забываем о том, что мы можем привезти любой товар на заказ не только в Саранск, но отправить в любой город России, если у вас там не сложилось что-то с вашим посредником, либо нет возможности ездить. Имейте в виду, мы рады вам всегда помочь. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайк и до новых встреч!